Елка желаний – это ежегодный новогодний проект Белорусского Красного Креста по сбору подарков для детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Акция покорила сердца брещан. Особую благодарность за помощь городская организация выражает первичкам учреждений здравоохранения города, а также анонимному благотворителю, который помог и подарил подарки всем беженцам из Украины, находящимся в Брестском кризисном центре. А новогоднее мероприятие в детском саду номер 10 города Бреста – логическое продолжение марафона добра. Ежегодно Белорусский Красный Крест проводит традиционную благотворительность кампанию «Елка желаний». Цель этой акции – это собрать желания детей и вручить им новогодние подарки. А мы обычно собираем желания детей, а желания детей, которых мы не знаем, мы вручаем сюрпризы. В этом году мы уже подводим сегодня такой промежуточный итог этой акции. У нас на данный момент 416 человек, то есть 416 деток получили кто новогодние сюрпризы, а кто новогодние желания. Значит, мы собрали команду волонтеров, которые собирали желания, и наша акция была направлена на деток, страдающих онкозаболеваниями и также с особенностями психофизического развития и из неполных семей. И сегодня мы проводим, это уже можно сказать, завершающий утренник для деток в детском садике номер 10. Подарить праздник и улыбку, порадовать подарками и услышать звонкий смех – главная цель рождественского торжества. В гости к ребятам пришли сказочные персонажи, которые поиграли с ними в игры, загадывали загадки и рассказывали стихи. В нашем дошкольном учреждении, государственное учреждение образования, детский сад номер 10 города Бреста, уже стало традиционным благотворительная акция «Елка желаний». И благодаря этой акции исполняются желания всех наших деток. В нашем учреждении 20 детей с особенностями психофизического развития. Конечно же, сегодня не все присутствуют, потому что некоторые занимаются в тонусе, некоторые болеют, но все желания, которые сегодня у деток исполнятся и будут воплощены в жизнь, это очень большой подарок белорусского общества «Красный Крест» и спонсоров, предприятий города. Поэтому мы очень благодарны им. И какие праздники без подарков? Главные новогодние волшебники Дед Мороз и Снегурочка вручили деткам самые желанные сюрпризы. Смотри, что это? Ты хотел? Смотри, какой подарок. Хотел? Ой, какой ты счастливый. Василина Буцкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, новости Бреста.